«Случайная находка». Издание, газета 28-го года. Какая-то там вечерняя... Правда? Москва. Нет, вечерняя Москва. 28-й год. Пятница. Январь. Зимняя. Я уже объявление читать. Я нашла свое. Окей. Да, вот, смотри. Электро, косметический и волосолечебный кабинет. Говорят, что косметология только-только. Ровно да. Я где-то слышал, что и пластическая хирургия тоже. В года там, особо неповские, они сопряжены были между собой. Да. И что-то делали. Светолечение, лечение горным солнцем. Лечат угри и красноту. Вот. Но мне больше всего среди всех этих объявлений понравилось, что в 28-м году, оказывается, наше народное население больше всего лечило сифилис. Ну, замечательные фамилии у докторов. Ванштейн, Володарский, Преображенский. Рогинский. Шенфельд. Вальпян. Интересно, потомки этих врачей все еще живы? Кожа, лица и волосы. Уничтожение прирожденных и приобретенных недостатков. Родинки, шрамы, оспины, знаки, морщины, деформации носа. Действительное удаление волос навсегда. Между прочим, практически формулировка врача-косметолога. Почти то есть прошло наш функционал 100 лет. Прошло 100 лет, а у нас как бы, ну вот чуть-чуть, но в принцип тот же самый. Уничтожение врожденных и приобретенных, не уничтожение, а коррекция врожденных и приобретенных недостатков. Ну, окей. Ну то есть вот как бы такая очень, случайная находка. Очень интересно. Я лично оторваться не могу. Всем привет! Это вторая часть выпуска «Космедичка», в которой мы разбираем все возможные мифы, легенды, интересную дичь из интернета касательно мира пластической хирургии и косметологии. Со мной Надежда Леонидовна Вещепанова, заведующая отделением косметологии Фрау Клиник. И Олег Евгеньевич Бадак, пластический хирург. Это я. А рубцы после аппаратного смаз бывает, если работать слишком поверхностно? Ой-ой-ой. А бывает такое? Да, да, да. Вот прям больная тема, если честно. Это когда аналоговые аппараты, мы работаем на аппарате Альтера, а есть еще аппарат более-менее хороший такой ультраформер, мы работаем по телу, но есть аппараты, которые с плохой настройкой ультразвуковых датчиков и неконтролируемым ультразвуком, мощностью и так далее, настройки страдают. И, соответственно, я видела такие рубцы, которые появляются после подобной методики. Это аппараты, и либо это так называемые перепрошитые датчики. То есть, а зачем их перепрошивать? А так дешевле. Mm-hmm. Это как картриджи, которые заправляют в принтеры. А вон, получается, датчик, он немногоразовый. Нет, он одноразовый на определенное количество импульсов. И чтобы не покупать новые, некоторые перепрошивают их, то есть перезаполняют их, и там обычно бывает недостаточное количество жидкости, и получаются вот такие. Это ожоги, это ожоги. А, знаете, в большинстве случаев их можно вылечить. У меня были такие пациенты, приходили пациенты у меня с такими проблемами, мы их вытягивали на пирпитерапию, кстати, очень неплохо уходит. Ну, несколько сеансов, и так можно это исправить. Интересно. Либо это есть еще такие поверхностные датчики, когда ты работаешь на уровень 1.5 миллиметра, не 3-4, а 1.5 миллиметра, и недостаточный контакт с кожей, недостаточный гель, это такие поверхностные тоже рубцы. Ну, можно их полечить, вылечить, к сожалению, это просто нужно время, деньги и так далее. Ну, кошмар. Ну, да. Скажите, пожалуйста, есть ли вообще шанс, что такой шов разгладится? Олег Евгеньевич, есть шанс? Нет, шансов нет. Нет, уж так думаю, что нет. Ну, красивая плессировка. Ну, значит, смотрите, как не, такая не, ситуация... Не убрали туда, я так понимаю, просто ну, это да, все, не увели шов. Происходит пытались такая ситуация. Пытались сделать его меньше. Иногда, да, бывают небольшие сборки кожи, действительно, они разглаживаются, все будет хорошо, как бы такой проблемы не будет. Значит, что было сделано? Скорее всего, у пациентки была выполнена абдоминопластика, но кожный лоскут сверху, его нужно как бы раскидать по, и подшить к нижнему лоскуту. И поэтому, но хирург не захотел продлевать разрез, да, то есть разрез бы уходил бы на бок. И поэтому всю кожу сверху нагоняли на середину и получили такие сборки. Очень вряд ли того, что это все расправится и будет иметь хороший эстетический результат.
иметь как бы небольшие сборки на рубце можно, они разглаживаются, но то, что но здесь... Здесь еще кожа такая атрофичная, да, сверху со стриями, то есть это вообще не вариант, что она как-то поведет себя адекватно. Здесь, к сожалению, ничего хорошего не будет. А это что такое? Вдохновленный... А это зачем? Это что? Ой, это классно. Вдохновленный фильмом «Бивень», не иначе. Смотрели фильм «Бивень»? Нет, просвети, не надо, пожалуйста. Не смотрите. Я не буду, я вообще ужасы не смотрел, я только... люблю всякие. Ну, это ужасы какие-то? Это артхаус. Хорошо, я не буду. Okay. А что это такое? Значит, по-моему, методика заключается в чем? Что есть избыток кожи. Не надо так на меня смотреть, я же просто рассматриваю. Я так не делаю. И ее иссекали. А это как бы эстетичнее, да, я так понимаю? Видимо, да. Я... Не, ну если хорошо зашьют, будет тонкий рубец, ну скажешь, что как бы на пилорами работал, попала я рука. Я что-то не понимаю уже в этой жизни. Все-таки, наверное, где-то... Или чаще надо артхаус смотреть. Возможно. Ну это новые методики, видимо. Возможно, на каком-нибудь конгрессе ее покажут. Надира приглашает на фейслифтинг. Это блефаропластика. Нет. А что это? Разрез был выполнен под бровью. А, ну да, вот же бровь нарисованная, да. Нарисованный очаг. И посредством, то есть к брови тянули кожу верхнего века. Ну, Олег Евгеньевич, вы-то уже не все знаете про пластическую хирургию. Да, походу, я уже сейчас посредством этого выпуска... отстали просто, да. Я так понимаю. Вот так же, как я с кистью, вы тут, понимаете, тоже не в теме. Да, но на самом деле, ну вы сами понимаете, что это ужасно. Рубец там будет просто запредельный. Да. И, не знаю, такой методики не описано вообще, нет, наверное, нигде. Это какая-то придумка, и это ужасно, что такие вещи могут вообще быть. Здравствуйте, у меня вопрос касательно инъекций в зону над переносицей. В 2020 году ставил радиус 0,8 мл и был очень хороший эффект. Теперь хочу снова поставить, но начитался того, что это очень опасная зона. И также вопрос, кто сталкивался касательно поднятия век. В моем случае, как я понимаю, только эндоскопический лифтинг, но... только насколько от него сильные шрамы, так как у меня нет волос, чтобы его закрыть. Дайте его покрупнее. Что скажете? Ну, во-первых, возможно, в периорбитальной области межбровку радиус не используется, это нельзя делать. И вообще все инъекции плотных филлеров в эту область крайне опасны. Это грозит а некрозом, б слепотой. Нельзя сюда колоть. Нельзя колоть. Мы здесь чаще делаем кончика максимум... носа некроз, да, пойдет? Кончика... Ну, нет, пойдет, может лоб пойти, может пойти, да, может пойти на нос, но чаще это лоб туда идет. Ну, то есть межбровку, когда колешь. Честно, я получала один раз ишемию, при этом на обычной процедуре по биоревитализации. А что можно посоветовать ему? В данном случае, ну, во-первых, это забивается бланшированием, сюда колется ботулотоксин, процерус просто снизу подкалывается ботулотоксином, он будет лучше, но здесь такая сложная межбровка, честно говоря, чтобы она не расползлась, но есть хитрые техники инъекции ботулотоксина в такую межбровку. Можно, если есть дермальные морщины, подкалывать бланшированием, то есть это такая очень поверхностная техника, определенного препарата гиалуроновой кислоты. Это то, что касается межбровки. Здесь действительно очень низкое, да, расположение бровей. Хотя, в принципе, не знаю, мне нравится такое расположение. Вполне. Вот, да. Кстати, не, ну, как пациент под эндоскопическую подтяжку лба, по фотографиям возможно? Плюс-минус можно сделать ему, да. Не стоит бояться рубцов после эндоскопической подтяжки лба. На самом деле, там разрез по сантиметру, сантиметра полтора в волосистой части головы, два разреза выполняется. Единственный какой момент, оперировать мужчин, выполнять пластические операции сложно. Почему? Потому что... Ну, надо соблюдать тонкую грань, чтобы не феминизировать внешний вид мужчины, да, то есть зачем, ну, то есть, например, при выполнении верхней блефаропластики тому же самому мужчине, она выполняется максимально деликатно для того, чтобы он не стал похож на женщину, и вся пластика у мужчины, она очень деликатно должна быть. Ну, здесь выполнена. Я, между прочим, могу, как бы сказать, если это не эндоскопическая подтяжка, то, возможно, даже и нитевой лифтинг. Можно, да? Наверное, даже лучше. Наверное, будет, даже лучше, потому... можно попробовать на нитях, и как бы это будет и межбровку, кстати, подтягивать хорошо, потому что техника установки нити есть такая, когда перекрестно вот так вот ставится, и вот эта вот внутренняя часть головки бровей тоже неплохо поднимается. Но, естественно, понимать, что это временный эффект.
Окей. Девочка после липосакции. Образовалась такая складка. Делала 2 недели назад. Бедная еще девочка. Хожу в корсете. Бедная девочка. Это все. Это да. К сожалению, ничего особо вы не сделаете. Вообще, знаете, липосакция передней брюшной стенки нужно выполнять максимально щадяще. По этой фотографии здесь работали максимально агрессивно, выбрали всю подкожно-жировую клетчатку, и вот это все начнет сейчас прирубцовываться к передней брюшной стенке, и вид будет, к сожалению, именно такой. Как помочь пациентке? Честно, ну, все это такие полумеры, 100% результата вы от этого не получите. Но здесь я... даже уже абдоминопластика, да, такая? Ну, спорная, кстати... Здесь, ну, кожный лоскут-то большой. Да, но ей главное, чтобы кожа натянулась, дотянулась. Да, потому если что... она все это отрубцована. Да. Честно, надо смотреть вживую пациентку. А массажи? Да ничего, ну, нет, ну, тут не поможет, сделать. Конечно. Вот в данном случае нет. Иногда бывает на моменте начала рубцевания вот так вот передней брюшной стенки, угу. Когда все-таки выполнена была липосакция, можно поделать там на некоторых аппаратах методики, можно делать ручной массаж, очень деликатный, кстати. То есть массажист еще должен понимать, что он делает, можно ухудшить ситуацию. Угу. Вот, то тогда еще да, но в данном случае ты же понимаешь, что... Ну да. Очень аккуратно относитесь к липосакции. Не самая простая операция. Не самая простая. Отрезное увеличение губ. Я такого не встречал. Какой бантик. Бантик ужасный. Будет просто офигительный рубец. Это ужас. Кошмарный рубец. Я, честно говоря, не очень люблю булхорн, да, то есть когда выполняется. Признаюсь, для меня, я да, тоже. Да. Мне кажется, это так искусственно и некрасиво. Да. А это совсем. Кстати, есть методики, одно время очень модно было. Когда только пошли нити, нитками так вытягивать, нитевой, да, угу. И это всегда было некрасиво, это невозможно было практически исправить. А это что? Вообще всегда говорю, косметология бывает чем хороша, то есть все манипуляции на лице должны быть обратимы. Угу. То есть все, что ты там делаешь, можно было бы убрать, изменить и исправить. Угу. Это не исправить. Ну да, к сожалению, да. Ну что, приступаем к следующему. Еще одна дичь, которую, наверное, я никогда не пойму, изменение размера и формы ключицы по эстетическим соображениям. Зачем? То есть, когда торчат ключицы? Да. А поправиться? Есть такое. Ну, это очень странно. Зачем? А там же рубец. Я, честно, не вижу разницы. До-после, то есть, ну, примерно одно и то же, да, ну, окей, вы сделали перелом себе ключицы, а зачем вы его сделали? Ну, вы понимаете, в травматологии, ортопедии есть такие процедуры, например, удлинение конечности, да, может быть, это оправдано, да, когда на Елизарова вытягивают, соответственно, эти моменты, но, ну, короче, пускай делают травматологи, ортопеды, если вы можете это делать, то делайте. Эффективно ли это, красиво, имеет ли смысл? Мне кажется, на вкус цвет просто товарища, видимо, нет. Ну да. Хотя, если бы я, может быть, сидел бы травматологом-ортопедом, тут я бы сказал, о! Прекрасно. О. Слушай, ну нет, я считаю, что если после перелома, наверное, бывает, торчат вот эти косточки такие, да, там, ну, некрасиво срослось, но тогда как бы да. Вальгус еще есть. Ну, вальгусная деформация. Это как бы показано. Ну да. Окей. У кого-нибудь случалось что-нибудь такое подобное после увеличения груди на имплантах? Так, подожди. Объясни мне, пожалуйста, где грудь? Я разобрался. Грудь вот эта сверху, это субмаммарная складка, а это свищевой ход. И это плохо. Почему? Потому что есть сообщение с окружающей средой, соответственно, через свищевой ход может проникнуть инфекция, подсесть на имплант, и поверьте, это закончится удалением имплантов. И повторной установкой, ну, по новым нормативам месяца через 2-3. Кстати. Сейчас импланты повторно после инфицирования, после обширного антибактериального курса можно через 2-3 месяца. Да. То есть какие-то новые движения, ну, надо посмотреть. Я думаю, это всегда на усмотрение. Да. Ну, вообще, я все-таки приверженец, что хотя бы полгода после операции. Ну, тут главное, чтобы еще свищевой ход закрылся. Это же тоже целая проблема. Это самая большая проблема. Самая большая проблема. Здесь вопрос не замены импланта, даже закрытия свищевого хода. Свищевой ход, знаешь, что это такое? Это, ну, грубо говоря, канал, у которого уже есть как бы выслан эпителием, да, соответственно, не может схлопнуться.
такая ситуация очень тяжело поддается коррекции и в основном иссякают с вещевой ходы. То есть иссякают и заново сшивают. Сори, я тут иногда комментирую, как бы, да, просто хирургическое прошлое не отпускает. КМН. КМН. Неправильный препарат, неправильная техника, соответствующий результат. Пациенту инъецировали в область носа филлер гиалуроновой кислоты. Препарат предназначен для тела, о чем свидетельствует объем шприца 10 мл. Тревогу забили на пятый день. Во-первых, очень много вопросов. Что такое за филлер в объеме 10 мл? Я такого даже не знаю. Угу. То есть это вообще какая-то странная гиалуронка, видимо, из флакона. Вероятно, она набрали была... так. Ну да, из банки трехлитровой набрали, как бы, и начали вводить. И плюс нарушена техника введения, все. Но вообще имеет место быть? Вводят филлеры? Вводят филлеры в нос для выпрямления спинки носа, коррекции вот этой вот переходной зоны. Это допустимо, как бы, действительно, для сужения носа. Есть такие вещи, корректируется немножко искривление, угу. То есть, да, светотень такая. Ну, к сожалению. Это очень опасная техника, очень опасная, да. Довольно часто ведет к осложнениям, и есть как бы, большие, даже приподнимается кончик носа, хорошо, угу. Есть техники введения. Можно, допустимо, имеем право делать, но это всегда крайне осторожно, с минимальным количеством объема препарата. Здесь он не то, что 10 мл, здесь и одного-то нет, а даже 0,5. Здесь максимум уходит 0,1, 0,2, 0,3 на весь нос. И в довольно глубоком введении, и в идеале на толстой конюле, угу. И все равно есть всегда элементы, возможно, всегда риск ишемии, а это прям уже такой запущенный случай. Да, и, к сожалению... И, к сожалению, я думаю, что не очень хорошо закончится. Какой пост мы не посмотрим, все не очень хорошо закончится. Ну ладно, там вроде ничего было, вон девочка себе светом овал подтянула как. Там все хорошо закончится. Там все прекрасно было. Вот как может выглядеть нос. Ой, фу! Вот как может выглядеть нос спустя много лет после ринопластики с использованием синтетического импланта. Что это? Я такого не видел. И я тоже, я никогда это точно в жизни не видел. Абсолютно этого не видела никогда. Ой. И она еще реагирует на это. Наверное, говорит, что так не делал. Мне не нравится это, да? Что можно такое? Повернуть вот до щелчка, это, наверное. Это что такое? Вот и откроется это ларец. Это какой-то искусственный имплант? Понятия не имею. То есть это какой-то вкладыш, скорее всего, был установлен. А может это после какой-то операции было? А было удаление носа, а сверху поставили вот эту штуку? А может быть вообще была онкология? Вот я и говорю, да. Может быть это было удаление носа, да. А сверху поставили это, но тогда имеет право крутиться. Ну, да. Ладно, спасибо, что вообще нос есть у человека. Да. Не, ну так в целом, в принципе, если бы его не дергать, не дергать, то и не надо его трогать. То вполне. Да. Поэтому, я не знаю, здесь как бы спорный, сложный момент. Да. Вопрос к вам. Сегодня мы проведем утолщение полового члена. В этом видео, соответственно, косметолог или уролог. Безопасная уролог. Процедура. Так. Вот это... наша модель. Она это модель, примерно... Лев, хорошо. Так. Имеет ли место вводить филлер в половой член? Имеет. Да? Делают? Делают. Не знал, честно, вот вообще не знал. И нет. Как? Ну, здесь не столько для утолщения, угу. А здесь выправляют некоторые анатомические зоны. Угу. То есть, ну, утолщение вряд ли мы сделаем, тоже как бы не есть хорошо. А есть корректируют головку, корректируют борозду, иногда чуть подвыпрямляют кривые. А нарушение трофики, питания, полощи, такая же беда, на пищеристом теле. Как бы, вот такая же беда существует, да. Но это делается, все делается, возможно, такие методики, да. Интересно. Да? Правда, никогда об этом не слышал. Ну... Коротко о том, как нельзя работать ультраформером. Что такое ультраформер? Это аппарат, аналоговый аппарат Альтеры. Угу. Ультразвуковой аппарат, микросфокусированный ультразвук. В принципе, аппарат хороший, в нем единственное нет визуализации, поэтому мы работаем, предполагая, ну как бы глубину мы знаем, на которую мы работаем. Насколько я помню, на экранчике у вас как у УЗИ датчиков. Когда у нас есть, да. Когда мы работаем на Альтере, у нас прям стоит аппарат, как на ультразвуковом аппарате, мы видим глубину ткани, где мы работаем. На ультраформере мы знаем глубину, куда проникает ультразвук, потому что датчик ставится определенной глубины, но мы точно не уверены, что там расположено, потому что у каждого, например, уровень смаз от 3 до 4,5 миллиметров глубина залегания, поэтому мы не видим, куда
Единственное, что есть всегда такая возможность взять ультразвуковой датчик просто или от Альтеры, или от обычного аппарата, посмотреть анатомию, посмотреть глубину залегания смаз и взять тот датчик на ультраформере, который возможно, ну, как бы почему нужен. Такая реакция у комментатора? Что здесь не так? Здесь, скорее всего, что я не думаю, что здесь какая-либо проблема есть. Возможно, просто пациентка даже абсолютно спокойно реагирует. Гиперемия вообще на процедуру? Возможно, почему нет? Это же все-таки тепловая методика. Гиперемия, кстати, проходит через 15-20 минут после того, как мы закончили процедуру. Возможно, слишком много проходов ненужных. Как-то так. Я с ультраформером, честно говоря, не очень работала, потому что люблю другие аппараты. Понял. И следующий у нас кейс. Когда единственный хирург, которому ты доверяешь, это ты сам. Это видео было опубликовано в 2012 году на Ютубе. Здесь пластический хирург сам себя делает абдоминальную пластику. Показано очень подробно. Это, я так понимаю, инфильтрация или что он пытается да. сделать? Да. Насколько длительно, интересно, это видео? А, оно весь, ну, нет. Здесь мы все заблюрим, потому что здесь, правда, откровенно вы увидите прям ход этой операции. Но... Это нормально вообще? Кажется, ну, короче, так абдоминопластику не выполняют. Во-первых, так операцию не делают. Да, окей, ты можешь это сделать сам, но поверь, ты сам себя вот так не отслоишь. Я вот помню как-то... катался на лонге, разбил себе локоть, и вы поверите, то есть не можете, как мне было тяжело себе самому зашить локоть, когда ты вот так вот пытаешься. Ну, например, я сама себе ботокс уколоть не могу. Нет? Нет. А локоть я могу. Ну, я боюсь окосеть, не видно. Окей. Но есть случаи, когда хирурги на подводных лодках делали себе, удаляли аппендицит. Ну, когда эта ситуация безвыходная, ты должен это себе сделать, там что-то зашить, ушить и так далее. Косметологи тоже любят себе делать какие-то процедуры. В принципе, ты можешь их спокойно себе сделать сам. Но я считаю, что это какой-то... Ну, во-первых, это не абдоминопластика. Нет, это не абдоминопластика, это просто чувак это себе просто, сделал рубец. Он просто себе сделал рубец, он чуть-чуть отрезал кусочек жира, он не отслоил переднюю ручную стенку. Вообще, да, не ушил, не остался, там, короче, ничего, какая-то фигня. Окей. Девочки, делала филлер на сослезку 2 месяца назад. Очень долго держался синяк, больше месяца точно. Сейчас подходит к концу 2 месяца, а синяк все равно просвечивается и появляется припухлость. Делала в клинике, проверяла препарат Ювидерм. Косметолога никак не могу выловить, то у нее отпуск, то прием. Сейчас собирается. Ну, смотрите, это частая история. Ну, во-первых, такие синяки бывают очень часто, кстати, после ринопластики, длительные такие синяки, которые потом превращаются в пигмент. То есть начинает гемосидрин переходит, все это пропитывается в тканях, и получается такая пигментация и просвечивающийся синяк. Есть методы и, возможно, инъекции, препараты, которые этот гемосидрин уберут. Есть и препараты для этого. Подразбивать гемосидрин. Конечно, конечно. Все это есть и все это можно исправить. В данном случае я всегда тогда рекомендую более ранние процедуры, там те же самые микротоки, мазевые какие-то. Если нет, подключаем инъекции. Все исправимо абсолютно. Но здесь есть миграция геля, то есть гель положен не под мышцу. Какое это видео? Ну, вот он лежит. Он лежит не под мышцей, а сполз пониже. Теперь это надо убирать лонгидазой. Окей, ну поправимо, да? Поправимо абсолютно. А синева уйдет? И синева уйдет, он лежит под кожей и ниже того места, где должен лежать. Поэтому нарушена техника. Классно. Ну, иглой кололи, не туда попали. В США люди ставят себе уколы красоты препаратом, созданный из жировой ткани умерших людей. Клиенты от него в восторге. Морщины разлагаются, разглаживаются. Ну, это умершие труп... люди, как бы все нормально, да. Как бы оговорка-то правильная. И даже затягиваются шрамы. Правда, цена чудодейственного средства не маленькая, около 250 тысяч рублей за укол. Надеемся, что только побочек, как на фото, не будет. Но значит, по поводу трупного жира. Ну, вряд ли они прям вводят трупный жир. Скорее всего, они его отбивают, либо выделяют из него какие-то аминокислоты и, короче, расщепляют его на ферменты там, и так далее. Короче, на молекулы. Вряд ли это прям трупный жир тебя куда-то вкачивает. Потому что, во-первых, антиген-антитело реакция, это раз. Он просто не же приживется никогда. Конечно, может быть и шок, и аллергия, и так далее, Я думаю, что это, да, это какой-то переработанный материал во что-то. Хотя я, честно говоря, не слышала даже об этом. Есть информация? Нет, я никогда не слышал, но мне сейчас на ум приходит пермакол. А, да. Да.
Пермакол, значит, этот материал используется в пластической реконструктивной хирургии с целью создания восполнения, да, то есть нам, грубо говоря, что это такое? Это обработанная трупная кожа, ну, иногда свиней, да, пермакол и свиней, и от трупов используется. С целью того, что, например, укрыть имплант, да, то есть была выполнена мастектомия, были удалены ткани молочной железы, практически ничего нету, осталась кожа, и чем-то нужно укрыть имплант. И вот это называется пермакол. Посмотрите, кому это интересно. Поэтому, игру вариант просто... Скорее всего, что-то максимально обработанное, не знаю насчет эффективности. Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, понравился вам выпуск или нет. Вы можете, кстати, отправить свои случаи, да, что с вами случилось из пластической хирургии или косметологии. Мы рассмотрим, выберем какое-то решение, может быть, посоветуем вам и поможем. Может быть, вполне. Может быть. Да. Всем спасибо. Всем спасибо, пока. Пока. Пока.